Игрок команды «Грифон» и Трутаев Сергей. Сергей, первая победа, вторая игра ничья. Почему не выиграли? Не выиграли, потому что не смогли забить свои моменты. Мы, в принципе, на победу наиграли, я считаю. Своей игрой доволен? Отчасти да, отчасти нет. Есть над чем работать, надо над завершением поработать больше. Сколько сегодня не забил? Один. Пока один. Один забил или не забил? Один забил, а не забил, наверное, 10. Что такая слабая реализация? Че, не тренируешься, что ли? Я защитник. Для защиты на стандартике подключаться? Подключаюсь. Удары есть, голы скоро придут. Ты уже сегодня так, одним глазом, можно сказать, посмотрел всех соперников. Как тебе вообще уровень команд? Честно, уровень хороший, очень хорошие соперники. Так и бодаются, борются. С ними интересно играть. Очень динамичные игры получаются, такие резвые. Еще у вас 3 игры. Что ждать от вашей команды? Самых высоких результатов. Надо победить. Ну все, посмотрим в следующих играх. Удачи.